Новая упаковка, вокальные джинглы и оригинальные сеты. Все это мало понятно обычному слушателю, но имеет отношение буквально к каждому горожанину. Именно они будут завоевывать сердца тысяч человек. Нас как кофе ободрят брутаны блондинка. В середине лета утреннее шоу ушло в отпуск и ни много ни мало на месяц. Было у ребят время на отдых. Как ни крути, 11 месяцев подряд. Подъем ни свет ни заря. И так 5 дней в неделю. А проснуться – это полдела. Нужно еще будить и бодрить целый город. Соответственно, за этот отпуск нам пришлось хорошенько отоспаться, потому что целый год вставать в 5:30 утра – это очень непросто, скажем так. Поэтому сейчас себя придется заново приучать вставать рано. Но, конечно, уже устали спать, пора работать. Мы очень плотно готовимся к тому, чтобы обновить как-то шоу, сделать его немножко другое. Полную упаковку, конечно, мы менять не будем, оно будет тем же самым шоу утренним. Мы добавим чего-то нового, попробуем. Все равно надо удивлять новый сезон. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, и отдыхать брутанам пришлось недолго. Уже с осени на радио стартует новый сезон, а эта задача не из простых. Миллионы радиостанций, ведущих и креативных идей уже воплощены, а значит, надо найти, чем удивить своего слушателя. Будут такие небольшие блоки информационных программ, которые будут настроены на то, чтобы информировать, развлекая. Усилим внутренние какие-то механизмы, чтобы сделать работу наших ведущих еще интереснее. К новому сезону готовится не только утреннее шоу. Здесь задача стоит для всех и каждого. Изменятся позывные из эфира ФМ, добавятся новые программы, обновятся старые. Диджей дневного эфира, или, как говорится на профессиональном сленге, линейный, Вадим Киреев вернет уже полюбившуюся программу «Ретро-зефир». Ежедневно в будние дни с волны самого сладкого будут звучать золотые хиты прошлых лет, которые заставят подпевать и даже подтанцовывать. «Ретро-зефир» – музыкальное путешествие во времени. Не обошли нововведение и информационную службу. К чисто женскому коллективу добавился и сильный пол. Максим Кембель давно мечтал попробовать свои силы в чем-то новом. И сразу после службы в армии рискнул и не прогадал. Месяц подготовки, постановки голоса и обучения верстке новостей. И вот, наконец, долгожданный прямой эфир. В Беларуси 14 часов. В студии Максим Кембель. Для меня очень было волнительно первый раз выходить в эфир, потому что, ну, не знаю, сотни людей, может, даже тысячи, да, слушали мои новости. И я буду в дальнейшем развиваться, да, и способствовать тому, чтобы радио «Зефир» становилось все более популярным не только в нашем городе, но и во всей стране. Всех карт ведущие не раскрыли, говорят, все услышите сами. Кристина Риенс, Павел Зуев, Бобруйск 360.